завтра пораньше нас будет, смотрите. Я еще не проснулась, а он уже здесь. Сейчас пойдем гулять. Что, гулять пойдем, да, еще, видите? Еще камера с этим. Да, встаю. А кто сказал, что надо вставать? Это собака сказала. Да, встаю. Надо идти гулять, да? Гулять ты хочешь, чтобы я пошла? Ну все, встаю. Делаем после пробуждения, это идем с собакой гулять, вы этого уже видели. То есть потому что по-другому никак. И хорошо, что у меня есть Оксана, извините. У нас призрак. Как хорошо. Солнышко нет. Все еще в дымке. Что, все еще в дымке, да? Да. Сейчас пойдем с тобой гулять. Так вот прям, ну через балкон-то не пойдем. Нет, через балкон-то не пойдем. Но тепло, день будет теплый. Доброе утро. Может, тут великие дела. Всем привет! С вами Оксана Майкова. Я помогаю инвестировать в недвижимость Испании максимально выгодно и безопасно. И сегодняшний утренний блог я начинаю с такого сюрприза для себя самой. Вчера вечером я открыла YouTube-канал и к ужасу увидела, что появилось столько полезной информации по обзору недвижимости на YouTube-канале, что все ролики, касающиеся подготовки к покупке недвижимости, о том, как выгодно купить недвижимость, о том, как обезопасить себя от покупки недвижимости, то есть этих роликов ни на первой, ни на второй странице YouTube нет. Это нужно исправлять, правда? Ну вот я так решила. И я поняла, знаете, как свою, наверное, ошибку в том, что какое-то долгое время ты делаешь определенный контент, привычный, и не заботишься о том, чтобы твой контент доходил до твоих прямых зрителей, потому что живешь по такой привычной схеме. Так вот, привычная схема рушится, и наша схема тоже рухнула. И вот эти, помните, наши брифинги 5 числа каждого месяца, которые требуют, конечно, подготовки, ваших вопросов. То есть на них тоже вопросы перестали приходить. Я понимаю, с чем это связано. Слава богу, появились блогеры, появилась профессиональная такая поддержка, скажем, туристических агентств по недвижимости. И сегодня этой информации на YouTube очень много. И только ленивый приедет в Испанию, ничего не зная о том, как эту недвижимость покупать. Поэтому мы тоже меняем свой формат. Об этом я вам хотела сегодня сообщить. Ну, и для того, чтобы вам не было скучно, было весело, скажем, интересно, сейчас, наверное, больше нужно делать, это я сама как бы с собой разговариваю, больше делать контента такого развлекательного, то есть что вокруг, что окружает те квартиры, которые в перспективе могут стать вашими, наверное, какие проблемы, с какими проблемами столкнетесь, уже переехав в Испанию. Ну, вот в таком русле нужно вести сегодня работу. Я так думаю, не знаю. Если вы со мной согласны, пожалуйста, напишите об этом под видео, да, дайте мне знать, что да, вот хотим вот это. И тогда будет все четко. Идет ваш преданный пес, если он вам предан. Смотрите, вот он сидит там вдалеке. И пока я записываю видео, это минут 10 уже прошло, он сидит себе спокойненько в сторонке, не двигается. Я думала, пока я снимаю видео, он погуляет, потому что здесь шикарный, ну, парк наш любимый, где можно погулять. А вот он сидит себе тихонечко и ждет, пока я запишу для вас видео. Вот так вот поступают самые настоящие друзья, самые настоящие собаки. А с вами была Оксана Майкова. Ребят, пожалуйста, не забывайте писать комментарии под этим видео. Неважно, вопрос это будет, будет ли это какое-то оценочное мнение, это совершенно неважно, потому что после того, как вы подписались, нажали на колокольчик и поставили лайк, обязательно напишите комментарий, потому что это самое важное на сегодняшний момент ваша активность. Если вам не интересен контент, то, да, как говорится, и ну чего засорять время эфира. Поэтому только от вас зависит, какую информацию мы выкладываем, о чем мы с вами разговариваем, и насколько мы друг друга поддерживаем. А с вами была Оксана Майкова. Хорошего вам дня. Увидимся завтра.
Спасибо огромное, что смотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте под этим видео комментарий. Если нужна какая-то дополнительная информация, вся она есть под этим видео в описании. С вами была Оксана Майкова. Пока-пока, увидимся в следующем видео.